Здравия желаю, уважаемые телезрители, подписчики и просто посетители сайта. Значит, пока суть до дела, то есть АКБ еще, как говорится, не закуплено. Вот. Получается, у нас что? Получается, пока суть до дела, нет запчастей, можно пока экономить. И очень существенно. Вот сейчас покажу, каким способом. Так. Вот смотрите. Видите, это лампочка на 23 ватта. Вот я ее мерил, она, значит, берет 23 ватта. Вот включаем. Вот она горит. Напряжение вот. Напряжение. Видите, 25,8. Не видно нифига. Вот. 25,8. Так. А теперь включим реле, как я и включал. Включим реле, как я и включал. Так. На, значит, 0,1 секунды. Как я с теми, с моторами проводил опыты с генераторами. 0,1 секунды и 0,4 секунды остановка. И посмотрим. Вот, включаем реле. Видите, что мы видим? Лампочка продолжает. О, реле ведь еще с этим. Секунду. И вот стряхивать надо так. Видите, стряхнул. Китайская. Напряжение, видите, падает только. Сейчас еще раз. Вот. На 1 вольт 24,5 становится. Вот. Сейчас еще раз. Вот. 25,8, 24,5. Вот. А при этом... При этом что происходит? Вместо 23 ватт, вот здесь я записал, значит, напряжение 23 ватта, вернее, мощность 23 ватта со счетчика сматывает, так, когда включаешь без реле, когда включаешь с реле, он там получается 1 к 4 примерно. Вот стоит 0,1 секунды, 0,4 секунды. Но на деле там один, то есть три части на деле стоит, то есть это реле там еще китайское. То есть и тогда три части стоит, то есть одну часть работает. То есть 1/4 часть сматывается. От 23, 1/4 часть это 5,8, ну я посчитал 6 ватт. 6 ватт. А напряжение уменьшается до 24,5 всего в то мгновение, когда эта система стоит. Понимаете? То есть она стоит, а в это время все это работает, только напряжение идет 24,5. То есть мощность уменьшается с 23 ватт до 21,84 ватта. Вот. То есть мы, значит, что получается? Мы подаем 6 ватт со счетчика, а имеем мощность 21,84. Сейчас я нарисую, так, может, не поймете. Сейчас нарисую это схематично. Так. Ну вот. Еще раз. Значит, устройство трансформатор, выпрямительный трансформатор, значит, вот оно. Выпрямительный трансформатор устройства. На 25,8 выход выпрямитель. И к нему лампочка. Вот тут реле.
лампочку обозначаем обычно, вот кружок и перечеркнутая линия. Подписываем лампочка. 23 ватта. 23 ватта. Так. А тут реле. Вот оно реле. Разделитель. Значит, 0,1 включено. 0,4, но фактически 0,3, потому что китайская. То есть 4 части получается, видите? Одна часть и четвертая. 4 части. 0,3 отключенная. Вот она когда включена, вот здесь включена. Замкнута, да? Вот она идет, вот счетчик. Счетчик. 23 ватта кушает. Кушает 23 ватта, видите? Дальше. Когда реле отключается, то есть ток вот тут вот закрывается на 3 десятых секунды, то есть 3 части. Счетчик сматывает 6 ватт. 6 ватт. Отсюда вот счетчик. А получаем на выходе 21,84 сотых ватта. Тут применяется трансформатор и выпрямительный мостик. То есть обычная вот она схема. Мощностью там 4 ампера. Так. И получается у нас, значит, 6 ватт мы, значит, берем, а 21,84 отдаем. Вот берем теперь калькулятор. 21,84 мы имеем, а 6 берем, разделим на 6 и помножим на 100. 364. То есть КПД системы 364%. Но если в процентном отношении возьмем, вот так вот. Но здесь как? Здесь со счетчика тут нет ни генератора, ничего нету. То есть назад мы не можем этот свет. Если только элементы пике там поставить на нагрев, но это сложно. Мы назад не можем, потому что у нас нет генератора, как вот тех у меня система. Генератор. Он вкладывает энергию, значит, в аккумулятор или там вот в ионисторы. А здесь этого нет. Здесь мы только можем получить экономию. Какая же экономия будет при КПД 34%? Вот мы сейчас посчитаем экономия. Значит, 21,8 вот, разделим на 100. Получаем, видите, вот такая цифра. 0,218 тысячных. Так. И берем второй калькулятор. 6 у нас расход. 6. Разделим на 0,218. Видите, 27% с половиной. 27,5%, а у нас 100%. Получается 100 минус 27,52. 72. Экономия, значит, при этом КПД, как так здесь нет генератора. Если был генератор, то можно было вернуть это все и сделать БТГ. А это получается, пока нет, значит, аккумулятора у меня временно. Ну, пока вот, можно пока применять, значит, экономить 72. Сейчас. 72%. Округляем. 72% экономия. При КПД 34. То есть вот эта система позволяет экономить. При КПД 34 она позволяет только экономить, так как нету, как в других у меня системах, нету генератора накопителя, который мог бы вот этот КПД взять назад и вернуть, чтобы на нем работать.
Поэтому будем. Пока это для экономии, кому надо, можете применять. А в дальнейшем, конечно, купим АКБ. Надо пару АКБ. Вот, мощных. Ампер на 200. А лучше ионист, но ионистр дороговато, это я говорил. Ну, придется пока АКБ брать. 2 АКБ на 200 ампер. И тогда система запустится у меня.